Добрый день, магазин Олимпия, как всегда с вами. А я продолжаю вас радовать новинками, которые поступили уже в торговые залы. Это те изделия, которые будут работать сетками, начиная с 44-го и иногда заканчивая по 64-68, и мы отшивали даже до 70-го размера. Итак, у нас пришли новые шубки Автоледи, которые вы часто запрашиваете. Кстати, обращаю внимание на эту модель, она очень классная. Спереди у нас идет пластинами, сзади тоже пластины, объемный капюшон, а вот рукав выполнен в поперечке. Очень классная длина, 75-77 сантиметров, цвет идет темный, субы. Нет, идет аукционный, это сага, финский аукцион. Следующая модель тоже пришла размерными сетками. Посмотрите, классная, спереди у нас идет пластины, а сзади идет вот такая поперечка, даже я бы сказала, немножко по диагонали и вот таким округлением, да, наличие капюшона есть и цвет темный соболь. Все это для вас. Вообще успевайте, потому что сейчас прошли зимние аукционы, мех весь идет зимний, а это топ качество, высшее качество. А сегодня я промерю, на мой взгляд, вот одна из любимых моих моделей, которая отшивается и в черном цвете, и в разных длинах. 1,10 м, 1,20 м, 1,35 м даже ее можно сделать. И вот такая модель, которая идет в базовой классике. Но обращаю ваше внимание, здесь мы сделали длину 1,20 м. Сейчас я промерю ее с кулисой, убираю этикетки. И посмотрите, вот таким вот образом мы с вами можем подзатянуть. То есть по рукаву кулиса у нас есть во многих изделиях. И это работает. Когда ветер, холода, вы запросто можете подтянуть кулису. Это очень удобно. Мы продолжаем. Итак, длина изделия 1,20 м. По бокам у нас есть стильные разрезы. При транспортировке они зашиваются, но вы их можете, вообще на самом деле они очень глубокие, вы можете их надрезать жиулечку, пожалуйста, здесь, либо повыше, и, в общем-то, установить ту длину разреза, которую вы хотите. Это тоже очень большой плюс. Простегиваем наши изделия. Как всегда, крючки у нас прощелкиваются. Таким образом мы проверяем качество, да, крючков. И посмотрите, какой большой классный капюшон. Я его простегнула. Вообще здесь в этой модели идет капюшон кобра. Смотрите, посадка плеча идет очень маленькая, небольшая. Сама я ношу размер 48-50. От этого зависит все изделие. Сверху мы видим обуженный чуть-чуть силуэт, а к низу идет А-образный. Это хорошая базовая классика, но в современном исполнении. И еще мы сюда поставили не простой капюшон, который, вы знаете, аккуратненький, маленький, а мы поставили вот такой вот большой кобра-капюшон. За счет этого, конечно, изделие смотрится просто шикарно. Капюшон длина доходит до высоты груди, шкура нигде не прерывается, она идет полностью целиковая хребтовая часть. Никаких заплаток с изнаночной стороны рукава вы не найдете. Это тоже очень большой плюс, обращайте на это внимание. Потому что если удешевлять изделие, вот сюда всегда ставят вставыши, клочки, все, что остается. Нет, но только это не про наши изделия. Итак, посмотрим. Пройма здесь, никакого овера не найдете, она слегка снижена, как должно быть в шубках, но смотрится гармонично, элегантно и не объемно. Хочу показать плечи, то что действительно они маленькие, аккуратненькие, но и, конечно, карманы здесь есть. Карманы прорезные, опять же показываю, что они выполнены из кожи, из натуральной кожи в подбортовке. Это дает, в общем-то, некое удобство. Мех не вытирается, не стирается. Это тоже, кстати, имеет место быть. Ну, вот такое вот комфортное у нас изделие получается. Хочу еще раз простегнуть. Посмотрите, зона воротника переходит как будто бы в зону капюшона. И вообще кажется, что это не капюшон, а хороший объемный воротник. Стоимость изделия для наших подписчиков 233 тысячи. Это шуба, которая прослужит вам не один год и не один сезон. А самое главное, она будет служить не только десятилетиями, но и будет очень-очень теплой. Это действительно так. Наши шубы проверены временем.
У нас реально тщательный входной контроль. Итак, сегодня мы посмотрели одно изделие, которое выполнено в длине 1,20 м, по бокам разрезы, боковые разрезы, да, еще раз хочу обратить ваше внимание, шубка смотрится более стильно, но и в цвете темный соболь. Размерная сетка здесь также хорошая, она 46-го и буквально 56, 58, 60, все это пожалуйста. И длину тоже можно изменить, но в принципе длина 1,20 м с разрезами, она смотрится очень лаконично и для морозов, для зимы. Она, конечно же, классная. Ну, а мы, как всегда, будем ждать мерки. Это объем груди, бедер и ваш рост. Пожалуйста, прибавок делать не надо. Мы их добавляем сами. Опять же, показываю, что мех идет сага, финский аукцион. Далее, любое наше изделие, как всегда, заканчиваем. Выворачивайте капюшон. Ни одного брюха вы здесь не увидите. Мех идет весь зимний. Плечи. Я думаю, что вам видно, но и динамика меха. В каждом нашем изделии, повторюсь, есть молнии, замочки, где изнутри вы можете посмотреть мездру и как сшито изделие. Уплотнители есть на карманах. Очень часто мы, в общем-то, людям объясняем, нашим покупателям, для того, чтобы деформации или порвать его просто невозможно. Далее, на всех наших изделиях есть кизы. В данном случае он зеленый. Проверяйте, потому что это ваша подлинность, это гарантия качества, но и, конечно, ваша безопасность. Ну вот такие вот красавицы, которые мы получили, спешите, потому что предложения действительно ограничены. Перебои в сезон с мехом могут быть, да и ценовая политика всегда меняется. Итак, о ее мечте, Есимия Олимпия, а мы идем дальше.